Ассаляму алейкум. Алейкум. Урумбаев Тимур, Нурмамбетов Энвер, Бигбиев Исмаил, Джемис. Манава? Ассаляму алейкум. Подошел, мы все объяснили, все без проблем, ничего такого нет. Все в суде, мы все в суд подали. Вы в суд подали? Вы на заседание пришли? Да. У вас есть поездка? Да. Поездки нет? Я в качестве свидетеля. В качестве свидетеля. Они все записаны, их будут вызывать? По какому делу? По делу Заветнинской. А? Все там в суде. У кого дело рассматривается? Баджик, судья Баджик. Баджик, да? Да. Как? Судья Баджик. Сегодня 29 апреля, мы находимся вот Советский районный суд, и как анонсировалось до этого, если так можно это назвать, Халилов для Верага. Его привлекают за то, что он 20 марта этого года, 2020 года, провел джума-намаз вот в мечети, которая 16 лет существует на территории села Заветное. Вот 16 лет он является имамом этой мечети, но вдруг оказалось, что это не мечеть, а какой-то там спорткомплекс. И вдруг он оказался не имамом этой мечети, а нарушителем закона. А именно сегодня его обвинили, а потом постановили привлечь к административной ответственности за якобы нарушение проведения митингов, шествий, пикетирования, то есть массовых собраний. И назначили штраф в размере 30 000 рублей. Эта статья еще предусматривала административный арест. Аллага Чохшукур, ну вот административный арест суд не принял, принял штраф, вынес штраф в размере 30 000 рублей. Мусульманину, имаму, за то, что в пятницу он провел пятничную молитву, вот 20 марта, сегодня власти посчитали, что теперь пятничные молитвы должны, о пятничных молитвах имамы должны оповещать сельские советы. Почему такая обстановка складывается в Крыму, ну, об этом мы как бы позже тоже объясним. На данный момент это так, мы будем обжаловать данное постановление, конечно же, и я думаю, что это, и мои коллеги учитают, что это нарушение свободу на вероисповедание в чистом виде и совершенно такой вопиющий случай преследования по религиозному признаку. Вот коллегам передам. В судебном заседании были предоставлены ряд документов, оригиналов, правоустанавливающих на то, что эта религиозная община является абсолютно законной с момента 2004 года, с момента регистрации, и она проводила свою законную деятельность в этом здании, так как это здание было выделено еще Заветнинским сельским советом этой мечети, этой общине. Вот, однако суд не учел наши доводы, естественно, сторона защиты предоставила достаточное количество. Суд не учел эти доводы и вынес решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Под видом правосудия сегодня проходил беспредел. Сегодня проходило преследование имама религиозной общины. В судебном заседании представитель прокуратуры четко и однозначно пояснил, что 20 марта она совместно с сотрудниками правоохранительных органов прибыла не для предотвращения, не для пресечения правонарушения, а для проверки религиозной организации. И именно эта цель стояла во главе угла. Именно пресечение деятельности религиозной организации в целом, а не привлечение имама за какие-то несанкционированные публичные мероприятия. О том, что это спорткомплекс, стало известно аж в апреле. До апреля этого года, до 20 марта, то есть на момент проведения пятничной молитвы, о том, что это спорткомплекс, представителям прокуратуры не было известно. О том, что проводятся пятничные мероприятия, известно давно и сотрудникам правоохранительных органов, и сотрудникам сельского совета. И никто никаких требований об освобождении данного помещения не предъявлял. Здесь идет планомерное уничтожение религиозных организаций, которые не являются подчиненным центральному аппарату.
Хотел бы еще добавить то, что ряд ходатайств, к сожалению, суд отклонил, и они довольно-таки весомые были и ключевые, можно сказать, по некоторым вопросам, а именно вызвать суда тех, кто осуществлял это мероприятие 20 марта, приходил непосредственно в мечеть, вызвать представителя сельского совета, который давал пояснения в своем письменном виде, они имеются в административном материале. Также мы ходатайствовали о том, чтобы был вызван Эмирали Аблаев, то есть это руководитель ЦРО Думка, Духовного управления мусульман Крыма, и или полномочный представитель этой организации, потому что по всем документам ЦРО Думк непосредственно Эмирали Аблаев принимал участие в формировании этой общины здесь еще с 2004 года. Он прекрасно осведомлен о том, что и здесь находится такая община, и мечеть, и так далее. И мы хотели послушать его, и чтобы он сказал свое мнение по поводу вот такого преследования имамов и закрытия мечети. Суд тоже нам в этом, к сожалению, отказал. И других лиц отказался вызвать. Это были понятые, которые были вызваны прокуратурой. Также суд отказался вызывать и опрашивать в ходе судебного заседания. Вот для Верага передам тоже. Асал джамат ма бу иш блюл гештенде эштенес. Мен татар тілінде айтайым. Саг олсын бізім біле мусульман дын кардашларымыз, біле адвокат балар. Яни боларын күчінден біз бұл ішлер иншаллах чезерік. Иншаллах бізе ен гереклісіне керек Аллаха иман ве бірлік керек бізе. Бірлік олсақ біз ғалібе қазанарық иншаллах. Оншын Аллах разы олсын маға ярдым еткен. Сегодняшний день закончился не одним постановлением, только лишь в отношении имама религиозной общины. Сегодня было вынесено также еще два постановления о привлечении к ответственности за нарушение режима самоизоляции двух прихожан этой мечети, двух членов религиозной общины, которые прибыли давать показания в суд. И в момент, когда адвокаты находились в судебном заседании, они были доставлены в отдел внутренних дел, где им не были разъяснены их права, где им было отказано в защитниках, и на основании протокола об административном правонарушении их привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 1000 рублей.